зовут Лёша. Это проклятие черной воды. Я не хочу в него играть. С каждым шагом мне все страшнее и страшнее. Ну почему, блядь, эта стерва вообще сюда пошла? Слава богу, нет ключа. А где эта девочка, надеюсь, со мной ходить не будет? Может, тут ключ завалился? Да, 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 бери. Найти 6 ключей. Как я их, блядь, найду? Тут же запер... О, так ли? Тут же заперто вроде, нет? Я, видите, отсюда пришел, да? Ау! Что делать? Блин, я тут хожу 30 секунд, я уже боюсь. Ой, ну да, боюсь. Не знаю ничего делать. У меня нет ключа с собой. Где я его вообще должен взять? Батареечка. Тут я уже был, кажется. Может, я опять слепой? Я не вижу ключа возле его руки какой-нибудь. Не, ну не к добру же вот это вот, скажите. Погоди, тут какой-то кабель. Может, тут что-нибудь нажать надо? Или вот тут вот. Так, это подсоединен сюда. Значит, нужно нажать куда-нибудь вот сюда вот, наверное, чтобы его включить. Счетчик. О, синее, значит... Нет. Значит, должно было что-то быть. Так, что там? Что там написано вообще? City Powerline. Powerline. Relay. Ну блин, ключа нет. А! Ну нет. Зачем? Зачем здесь этот ключ? Ну я же вижу этот труп, я знаю то, что там дальше что-то произойдет. Увы, и ах, я все-таки сюда пришел. Нет, я лучше закрою. Ух ты, какие кнопки. И все одинаковые. Зачем им такое вообще нужно? Рабочий стол, какой-то мужик. Что тут еще есть? Кто это? Девка какая-то. Блин, аж залагало. Что там? Чё это за... Emergency power activated. Кто это? Кто-то был. Но нет, я не хочу. Блять, у меня страх, у меня паника. Скажите, почему я в него продолжаю играть?
тихо. Я боюсь. За этой дверью может быть монстр. У меня руки жестко дрожат. Вы, блядь, не представляете. Я не хочу туда ходить. Ну что мне делать? Тихо. Все, Леша, успокойся. Это всего лишь игра. Всего лишь игра, которая... меня напугала. Очень, блядь, жестко. Я не слышу дыхания. Чьё это, блядь? Я слышу. Тут что-то двигается. Дайте мне ружье, я убью его. Блядь! Он долбится. Тихо. А! Ну не ублюдина ли ты? Я ж слышу, бля, я не хочу туда идти, там стрёмно. Может, можно что-нибудь подключить? Тихо. Слышь, как он скребется. Я не хочу открывать. Все так затихло жестко. Не, я не хочу. Я правда, я, может, и выйду из этой игры. Правда, лучше сдамся. Все. Извините, ребят, правда. О, нет, ну, дверь шатается жестко. Может, у меня галюны какие-то. Дверь, кажется, сломалась. Я так успокаиваюсь. Сука. Она, блядь, возле меня. Давайте я этот отрезок просто скину на YouTube и все. А потом вы сами решите, продолжать мне его или нет. Хотя, конечно же, вы же люди добрые, вы скажете, продолжай, пили. Потому что это же весело. Интересно, как я срусь. Почему так кнопок здесь мало? Где символы, стрелки, буковки? Блин, прошло 10 минут, а я до сих пор тут хожу, разговариваю сам с собой. Почему тут вообще эти коляски? Это же вроде как роддом, нет? Почему это больница такая с подвалом, каким-то таким большим офисом? Как мне эти фигнюшки включить? Все, ребят, пожалуйста, извините. Хотя не за что извиняться. Он страшная очередь. В следующий раз, может, пройду. Я боюсь жестко этой... Не знаю. Вы сами видели, какой чувак с щупальцами. Вот это... Не, ну вы же знаете, что я буду продолжать, да? Даже если я буду сраться. Я же отсюда вот пришел, да?
ладно. Что это за генераторы? Тихо. Сука. Где это вообще? Это справа. Для меня. Блять. Так, осторожно. Как? Походу, он не может открывать двери. Это очень хорошо. Это очень-очень хорошо. Я не знаю, блять, кто там такой вообще. С какой стороны я пошел? Вот туда же вот надо, да? Зачем я не взял с собой успокоительное? Такое играть вообще спокойно нельзя, невозможно. Блин, у меня слова запутываются. Короче, я наверил себе чаек, чтобы было более спокойно. Но я все равно сейчас боюсь туда ходить. Тихо, тихо, тихо. Вот он ходил, 100% туда вот. Я, кстати, наверное, некоторые моменты буду, не знаю, убирать, чтобы... Я реально тут, я тут по 5 минут стою. Потому что мне реально, блядь, сыкотно. Ух, блядь. Блядь, вот он же идет. А, куда ходить, куда бежать? Тут тупик, блядь, везде. Вы сами видели, он тут что-то ходил. Наверное, куда-то, значит, туда надо идти, да? Он только оттуда пришел. А, я понял, в чем прикол этих комнат. Нужно от него, короче, прятаться вот так вот. Не, ну а хули? У меня другого выбора-то и нет, наверное. Тихо. Тихо. Я туда еще валерьяночки немного налил. Реально, блин. Или это не валерьянка? Короче, пофигу, что-то успокоительное взял. Короче, блядь. Его нихуя не вижу. Может, успеем добежать? Так. Блять. Кто, блядь, создал эту игру? Горит до воду. Как с рифмы-то. Так, он сейчас должен как-то пробежать вот сюда вот. Я должен быстренько туда вот подбежать. Куда-то вот сюда вот, не знаю, там лестница. Я должен там что-нибудь, наверное, что-то взять. Потому что там, наверное, нужно взять какой-нибудь ключ, потому что там закрыто было, вы сами видели, там шкафчик какой-то. Потому что в этом шкафчике еще один ключ лежит. Блин. Слышу, блядь. Это был не смех, это страх. Блять, у меня 3 батарейки.
А я даже не продвинулся. Ушел, да? Блять, походу там не лестница. Нет, я тут был. А куда тогда? Тупик. О, профессор. На 6 карт. О, блядь! Иди ты нахуй. Почему? Почему тут вообще спрятался? Лежит там, блядь. Да уже матерюсь уже. Ну что, меня реально все пугает. Хрен найдешь, тем более. Тут какой-то ключ лежал. Блин. Фиг заметишь. Пусть открыто. Пусть доказывает то, что я тут был. Тихо. Иди уже, ёпты. Блин, не тот шкаф. К счастью, он еще двери не ломает. У меня две батарейки осталось, сука. Так, кажется, это то место. Эй, блядь! У меня же был ключ. Да как так-то? А куда ты ключ тогда сувать? Я больше других комнат и не видел. Блядь, а это я шагаю? Где он, блядь, ходит? Ну, в смысле, я не хочу его увидеть. И не в этом смысле имею в виду. Я не хочу его видеть вообще. Нажми куда-нибудь, сука. Что я еще не знаю? Да? Потому что я его не вижу. Куда, блядь, бежать? Во, блядь! Сука! Блядь! Сука! Ютит, блядь. Блядь, смотрю еще на него. Нормально, типа. Я, короче, иду за ним. Только чш. Тихо, прячемся. Блять, тут же двери даже нет. Вдруг он поднимется сюда. Я ведь не смогу спрыгнуть. Тихо, тихо. Он, кажется, сюда даже не поднимается. Как я понял, он ходит кругами. С моей комнаты той, в которой я везде прятался, до отсюда вот. И у меня есть какой-то ключ. Я достал его. Сами знаете откуда.
хоть он не должен меня видеть. Тихо. Что это за сука покемон, а? У него даже щупальца сквозь него проходит. Тихо. Блять, прятаться нафиг. Фу. Ладно. Ух, мне сейчас реально ссыкотно, сука. Нет, по крайней мере, я нашел место, где можно спрятаться. Пока он будет ползти туда-обратно. Правильно ведь? Я слышу, он уже идет. Тихо. Будем экономить хотя бы, что ли. Так. Ой. Тихо. Тихо. Беги, убегай уже, сука. Блять, он еще с внутренней стороны открывается, тварь. Все, я видел, как он убежал туда. Ну-ка. О! Классно. Так, ищем что-нибудь. Ищем. Если я его открыл, значит, тут должно быть что-нибудь. Так, ничего. Дайте хоть батареечку. Блядский ключ. Зачем он мне? Окей, понял. До короткого пути. Давайте хотя бы эти подкрываем. Мышка беспроводная, как у меня. О, привет. Я его даже не заметил. Напомните, зачем мне эти карточки нужны? Сука, музыка еще мешает. Он справа идет. Блин, баянист, включи какую-нибудь позитивную песню. Вот он. Значит, быстренько. Да он куда, он откуда-то оттуда сейчас идет. Так. Ключ, карточка, что-нибудь, сука. Блять, еще он еще открытый. Все, бежим. Так. Так, три карточки есть. Я хотя бы, ну, по крайней мере, я уже знаю, как, что делать. Я посмотрел смерти в глаза, короче, и прохожу эту серию. Так, он ушел, не? Потому что я боюсь. Да, без фонарика здесь светлее стало. Потому что, ну, это все биология, на самом деле, зрение так немного может видеть в темноте, если вы не будете... свете, короче, так.
Если вы часок будете без темноты, без света, то вы можете видеть в темноте. Ну, в более четком виде, конечно, чем. Прям уж так. Давай уж беги куда-нибудь. Так. Возле меня. Сначала могу... Значит, я могу, наверное, его как-то увидеть, пока как он тут ходит, да? Блять. Я сык это немного. Да, он уходит, он меня пока не видит. Что-нибудь, сука. А других дверей-то на самом деле я не вижу. О. Нашел. Так. Карточка еще одна. Не, ну круто то, что он еще... То, что он не может зайти туда. Фу, блин, напомнила мне самую первую игрушку, которую я играл. Называлась она Corpse Party. Ну, по-русски называется Вечеринка мертвых, вроде как. Это игра в стиле аниме. Ну, короче, RPG-шка такая, где ты ходишь, нажимаешь там, выбираешь свои действия. Прикольная игра, на самом деле. И курить советую. Говоря, не убивает. Вся какая-нибудь жижица там в легких, короче, будет, вы потом бегать не сможете долго. Моя героиня, походу, тоже сейчас не может бегать нормально. Чаёк. И пиво пить не советую. Ну или пейте хотя бы в маленьком количестве. Что это за шнурки? О, привет. Так. Тут вообще жил, а? Так, а погоди, а где ключ должен быть? Напомните мне. Да, я тоже заметил, кстати, то, что эта серия более длинная, чем прошлая. Не, в прошлой серии она быстро закончилась только потому, что я не мог нигде прятаться. Мне нужно было от нее туда и обратно убегать, от этой девочки. А тут можно спрятаться, у меня хотя бы есть время подумать, какую-нибудь стратегию сделать. В этом весь плюс, но я, если вы хотите, я могу отрезать потом. Ненужные. Все, вот это вот. Окей, я не вижу, я слеп. Так, давай. Я вижу. Окей. Так. Что же мне делать? Ну, кстати, давайте-ка проверим, он увидит меня. Не, нифига. Это плюс, на самом деле. Так, тут еще
было. Сука. Блять. Так, 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 так. Тут ничего. Я ж тут был, да? Блин. Я думал, не был. Но то, что тут... Ух ты, тут еще ключ есть. Ключ от кабинета. То есть вы говорите, что, что мне нужно возвращаться назад? Ага. Не хочу возвращаться назад. Мне и тут хорошо, на самом деле. Так, давай, давай. Приспосабливайся к ночи. Нет, пусть открыто, я хотя бы должен знать то, что я тут был. Так. Погоди, значит, у меня есть два ключа. Или нет, не два ключа. Да, кажется, я взял два ключа, помню. Один нашел в унитазе, а другой вот здесь вот где-то. Угу. Значит... Значит, ничего не понятно. Я больше... Там вроде как других нету закрытых... Нет, была одна закрытая дверь, кажется. Не. Ой, блин! Еще чуть-чуть. Давайте-ка еще раз быстренько осмотримся здесь. Чтобы узнать, все ли я тут нашел. Кажется, нашел все. Так, значит, прячемся здесь. Может, он здесь не может меня увидеть. Блин, а как мне сейчас туда побежать? А, нет, сейчас я должен следовать за ним, наверное, сейчас, как в тот раз. Буду потихонечку следовать за ним, потом залезу наверх, он пойдет в мою комнату, в эту комнату, вот эту вот, ту самую. Потом я быстренько побегу туда, спрячусь. Пока он будет там, я возьму там ключ и... Да, это, по сути, легкое, все легкотня там, по сути. Давай. Я не знаю, сколько прошло уже, минут... Где-то полчаса, наверное, уже прошло. Фух, тихо. Сейчас не очень страшно было, на самом деле. Хотя у меня догадка будет, то, что я сейчас с ним потом от него буду убегать и быстренько залезу куда-нибудь. Чай меня успокаивает. О, блядь! Закрой! Ты как так? Ты что, совсем ебанутый? Ты что сам ко мне сюда пришел, сука? Почему ты там не ходил? Я вот не догадываюсь, он сейчас там стоит или что? Сука, 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 сука. Ебать. Он передо мной стоял. Всю мою стратегию оборвал, сука. Он где-то...
где-то справа. А, будем потихонечку к нему подходить. Так, приспосабливайся. Ух ты! А, вот для чего нужен был ключ. Так, а последняя где должна быть? Так. Он идет. Справа от меня. Следуем за ним. Нет, нам туда вот не надо, значит. Я тут просто в тот раз убежал от него, пытался, думал, что-нибудь найду. Значит, он сейчас должен вернуться назад. Я побегу вот сюда, вот туда, потом найду какой-нибудь выход. А карточку взять где тогда? Последнюю. У меня его как бы нет. А в этой комнате я был, да? Подожду где-нибудь здесь, наверное, а то сейчас меня увидят сверху. И хрен потом. Так. Я не знаю, какое у него зрение вообще. Думаю, он меня 100% заметит. Все, беги. Беги, сука. Блять! Карточка еще одна нужна. Где его... Блин, я где его забыл-то? А, нет, только не говори, что мне сейчас нужно идти назад. Пожалуйста, лежи здесь. Может, он где-то тут? Я не хочу возвращаться назад. Так. Может, он в этой коляске какой-нибудь лежит? Ну что, у меня осталась одна карточка и все. Я выиграл эту игру, по сути. Этот уровень хотим. Как я рад. Как я рад этой карточке, я почти дошел. Сейчас нужно только подождать, когда он уйдет, и все. Как я быстро заговорил. Блин. Чай. Сколько на минуты же уйдет? О, бля. Вижу. Так, закройте глаза, услышьте. Зачем я закрыл глаза? Так. Окей.
По сути, он уходит. Да, сука! Да! Наконец! Как это было долго! Я все-таки его за один день прошел, потому что я реально было сыкотно. Ух, блин, я не хочу дальше проходить. Что там двигается? Ладно, с вами был Лёш Спокойный. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Пока-пока. Удачи.